Хочу забрать еще там. А, кстати, мы не улучшили. Итак. Берем или не? Увеличить прочность арбалетного. Так. Увеличение пробивной способности арбалетного болта. Берем. Ой, блин. Лёх, хоть дело. Хорошо. Здесь больше ничего нет. Жидкий азот. Все? Погнали отсюда. Идем собирать. Сейчас будет драка. Да что ж такое? Что еще надо? Оболочка электромагнитной бомбы. У вас нет всех необходимых компонентов, прежде чем нужны детали, есть у вас в журнале. Так, заметка системы. Нет, не то, все фигня. Это понятно. Б-34К. Несчастье, их можно найти только на трупах больше. Твою налево. Ладно. Придется грохать папочку одного. Так, кстати, я там одного грохнул. А то их там двое лежало. Возвращаемся. На нижний уровень. Мутанты Райана прямо сейчас уводят эту девушку. Наверняка она одна из шпионок Райана. Ее послали, чтобы меня выследить. Думаю, она... Если я ошибся, то невинная девочка станет еще одной жертвой Райана. Но если я прав, устройство почти закончено. Я не могу позволить себе жалость, не могу. Моя... Давай! Не хочу сюда идти. Я знаю, где парочку найти можно, папочек. Ну, исполняй. Так, нет, не сюда. Мы думали, что спрячемся тут от света. Что меня удивило, так это то, что делу Фонтейна, судя по всему, его собственная кончина не слишком помешала. Под Новый год его чертовы мутанты ломанулись из домов для бедных и бросились на баррикады. Трупы валяются на улицах, а честные граждане стоят в очередях за плазмидами, готовые на все, чтобы отбить атаки черни. Так. Может, пообедаем ветчиной с вареньем. Я слышал. Да помилует Господь твою душу. Здесь парочку мы, по-моему, видели. Одного грохнули. Да, в этом плане игра не особо-то клинина. Очень близко. Держись!
Шевелись! Детка, это ты? Почти. Думаешь, спрятался? Господь все видит! Да помилует Господь твою душу! Ты забрал мою детку? Так, нет, здесь придется одного грохать. А где же я видел тело этого? Плохо. Может, как раз я одного там и видел. Так, ну если грохать, то только того, папочку. Не хочу сражаться впустую. Мы сможем загреть его сюда? Или будем бегать там? Так, итак, на шестеренки мы не запрыгнем. Это плохо. И больше никуда мы не запрыгнем. Я чую от нее запах надо. Что ж, если что, придется нам воскреситься в одной из камер. Да? Ну сколько? 20. Мало. Я мой папа наемный убийца. Сильнее, чем вот Геркулес. Это круто. И может зажить... Наверное, я могла бы согласиться. Рехнуться можно. Я верила во все это. Верила в Райна. Но когда дела пошли скверно, Райн сам перестал верить в восторг. Перестал верить в великую цепь. Он верил только в силу. А теперь здесь все трещит по швам. И моя дочурка пропала. Даже хуже, чем пропала. Стала одной из этих тварей. Так что ж, я убийца. Посмотри. Ну вот, сейчас мы это и выясним. Итак, ну что? Будем сражаться с папочкой? Давайте попробуем. Понеслось? Понеслось. Ну, только так, мам. Только так. Чуть-чуть осталось. Веди его, мистер Хит! Веди! Давай, давай. Готов. Мистер Бабблс, прошу вас, вставайте. Да, мы выполнили задание. И троих, по-моему, папочку брали с этого уровня. Нет! Нет, нет, нет! Спасибо! Спасибо за помощь! Надо в магазинчик бы сгонять за патрончиками. И сюда загоняем. Так, что у нас тут есть? При ударе выделять электрический разряд. Ну так, ну это понятно. При ударе чего? Ключа? Или пули? Экстра питание? Не знаю даже.
Уменьшает сложность при взломе турелей, роботов и камер слежения. Подождите, камеры слежения тоже можно взломать? Вот, блин. Ладно. Мишени. Неинтересно. А, хотя... У меня тут все есть. Фиг с ним пока что. Закрыть. Не будем здесь ничего делать. Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем Геркулес. И может зажечь огонь, щелкнув пальцами. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь в саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Короче, у нас есть еще улучшение какое-то, мы получили. Его свет сияет даже здесь. Ты не знаешь! Вор! Уберите! Тебе руки не... Ты с самого начала ушел. Я подожду. Ты можешь? Нет, не подожду. Восстановили, считай. Давайте закупимся. Скорее всего, туда нам придется идти. Да, здесь спускаться надо. Да что ты, добро пожаловать. Аптечку берем. Ева берем. Патрон для автомата берем. Бронебойные пирожные. И вот так вот. Хомячу. Что-то у вас тут много стало. Да, я думаю, что это предсказуемо. О чем толкуют? Что сейчас будет? Очередное мясо? Yeah.
Ну тебя еще не хватало. Да нет ее там. Почему ты оставил меня? Его смерть. Пустой. Мы думали, что спрячемся тут от света. А монетки неплохо смысл. Так, да, скорее всего, это в центральную эту комнату. О, нифига, сюда надо еще. Такое впечатление, что океану не терпится затопить Восток. Это случилось сразу после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Так. Вот это проблема. А, нет, не здесь. А, нет, здесь. Готов? Да, вроде бы. Хорошо. Все равно не пользуюсь ими как-то не так сильно. А что у тебя? А, надо просто менять. Мне интересно. Я не инженер, но если я верно разобрал эти схемы, то ты можешь перенаправить поток магмы, используя перераспределительный клапан. Тогда вода остынет очень быстро, и ты сможешь добраться до ядра. Но Райан точно заметит. Возможно, для надежности поставить защиту по периметру. Уничтожит ли тебя эти создания? Даже я этого не знаю. Если ты попробуешь сбросить меня в пропасть, то и сам полетишь следом. Я предлагаю тебе быструю смерть, паразит. Это куда лучше того, что тебе предстоит узнать, когда ты победишь. Что происходит? Ты не знаешь, каково это... Не знаю, что я делаю. Ну что-то делаю. Сколько надо будет отнимать от нас? А, немного. Давайте крутим дальше. Какой-то жёлтый. Немного, немного. Делимся. Они все мертвы? Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Да уж. А, здесь спускаться вниз. Хорошо. Это мы спарили так долго? Ну ладно. Вообще бы мы могли свариться здесь. Так далеко от семьи, от друзей, от всего, что тебе дорого. Но все же тебе тут нравится. Ты ощущаешь нечто необъяснимое.
подумай немного, и, возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Угу. Ну что, наш герой здесь был, автор взломщик. Нужная вещь, электро... А, ну это неинтересно. А, как раз вот, да-да-да, мы там были. Вон. И что тебе предложил Атлас? Частичку моего разграбленного города? Помяни мое слово. Ты получишь от него только нож в спину, не больше. Тебе, это ты, такова природа вещей.